Улица Карбышева, неподалеку торговый центр. На остановках всегда многолюдно. Впрочем, дойти до остановки не так-то просто. Тротуар здесь есть только на одной стороне дороги. Местные жители просят сделать путь до дома поудобнее, оборудовать дорожки. Работать над благоустройством микрорайона активисты будут вместе с общественным советом. Уверены, все получится. Внимание властей к проблемам горожан уже налицо. Заасфальтировали около подъездов в этот раз. Дорожки, которые идут пединституту в зарослях, все вычищено, мусор вывозится. Улучшения есть, есть. Я надеюсь, что в дальнейшем у нас это будет все слажено работать. Просьба, предложение, чаяние. Жители довольно большого микрорайона «Космопорт» в советском районе Самары высказывают на встречах проекта на связи с губернатором. Общественные советы постепенно собирают обращения горожан. И касаются они всех сфер жизни, не только благоустройства. Проблемы очень разные. Это, конечно, и внутриквартальные дороги. У нас проблемы такие есть вот во многих дворах. Это ограждение детских территорий, особенно там, где вот спортивные площадки, ограждения. Вот это завоз песка, завоз земли, ну, какие-нибудь бытовые проблемы. В приоритетах жителей – ремонт дорог и домов. Я живу на Лучистом переулке, очень красивое название. Там дома двухэтажные, с 1953 года. Вообще можно это был поселок так отделать, и там очень-то сильных и затрат-то не надо. Крыш покрыть и отделать просто вот внешние фасады. Проект «На связи с губернатором» действует в регионе уже третий год, и результаты ощутимы, уверяют жители микрорайона. А теперь в помощь еще и общественные советы. Тот самый мостик между горожанами и властью, который призван сделать решение насущных проблем еще эффективнее и быстрее. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.